В округе прошел заключительный в этом сезоне концерт для участников клуба «Активное долголетие». Своими эмоциями и впечатлениями о празднике жители серебряного возраста поделились с Богданом Колесниковым. Клуб «Активное долголетие» открыли в округе в 2020 году. Участниками проекта уже стали более 9 тысяч люберчан. Это женщины старше 55 лет и мужчины за 60. Они не потеряли интерес к жизни, остались энергичными и жизнерадостными. Настроение замечательное. Как хорошо, всегда, что вот вот для нас организовывают такие вечера, такие дни. Вот, очень моя дорогая, приятно. Спасибо всем организаторам. Валентина и Владимир Коломеец недавно отметили изумрудную свадьбу. 55 лет в любви и согласии. Несколько лет назад записались в клуб «Активное долголетие» и посещают его вместе. Настроение отличное, вечер чудесный. Мы очень рады. Ждем эти встречи, радуемся общению, танцам, песням и участвуем всегда в танцах. Большое количество людей посетило наш концерт. Более 2500 наших жителей серебряного возраста отдыхают, радуются, танцуют, общаются. Очень много благодарностей в адрес администрации, главы, в адрес спорткомитета, в адрес наших артистов, которые поют и танцуют на безвозмездной основе и делают приятное нашим жителям, и действительно вдохновляют новую жизнь и радуют их. С начала года концертную программу с викторинами и конкурсами для люберецких долголетов провели 15 раз. Хорошее настроение и заряд энергией дарили творческие коллективы Подмосковья. Наталья Волкова, певица Анири и Алексей Блинов – постоянные гости праздника. Такое поколение, как они, могут нам давать большой пример, хороший, замечательный. В большом количестве сюда приходят, поддерживают нас, артистов, наши выступления, поют сами песни. И уже ощущение того, что мы с ними вместе ровесники. И это самое прекрасное, что здесь есть. Мы обмениваемся эмоциями положительными, которые наделяют наши сердца. Мы вместе с ними танцуем, мы вместе с ними поем. Особенно мне нравится, что они выучили мою песню «Люберцы», которую я сочинил. Следующий сезон концертов для участников клуба «Активное долголетие» откроется в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.